Нож в сердце мужа она вонзила в годовщину свадьбы. Дама-юрист предпочла семейную жизнь с молодым мужем блестящей карьере. На 9-й год брака было совершено убийство. Подробно прямо сейчас. Время 19 часов 54 минуты 10 сентября 2024 года. Возобновляется следственное действие, проверка показаний на месте. В комнате муренской квартиры 4 женщины, все с юридическим образованием, включая ту, что прикована наручниками к сотруднице полиции. Ее зовут Александра. Как полагает следствие, она вонзила нож в грудь своего мужа Николая. Вчера что делали? Готовились отмечать годовщину свадьбы. Во сколько начали? Трудно сказать, в районе 10 вечера, наверное. Через 4 часа хозяйка квартиры на бульваре Менделеева сама позвонила в полицию. Сказала, я порезала мужа. В каком настроении был супруг ваш? В хорошем, много при хорошем настроении. Александре 47. Ее муж Николай был на 6 лет моложе. После смертельного удара супруга пыталась его воскресить. Ожидаемо, безуспешно. Я бросилась к нему, перевернула его, стала делать искусственное дыхание, массаж сердца, сбегала за полотенцем, вызвала скорую. Пара не афишировала детали семейной жизни. Информации о них в сети почти нет. 5 лет назад Александра была практикующим юристом по бракоразводным процессам. На фото дама выглядит как леди. Элегантная прическа и макияж. Через 5 лет она сама нуждается в помощи адвоката. Что могло стать мотивом убийства? Осталось за кадром. Соседи поговаривают, что женщина ревновала супруга. Кроме того, пара часто устраивала семейные застолья, которые не очень укладываются в парадигму карьеры блестящего юриста. Можете ли вы пояснить количество выпитого вами? Вот. Водка объемом? Литр. 1 литр. Ну, до этого мы выпили на улице еще. В роковую ночь, накануне годовщины свадьбы, этого оказалось достаточно, чтобы схватиться за нож. Николай когда-то работал в авторемонте. Про него осталась информация на сайте судебных приставов. Пара небольших задолженностей на 5 и 7 тысяч рублей. Взаимоотношения с мужем какие у вас? Хорошие. Не ссорились? Ну, ссорились, как и все. Женщине предъявили обвинение в убийстве. Сегодня ее отвезли в суд. Следователям женщине предъявлено обвинение в убийстве супруга в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области. По ходатайству следственного органа, судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая наверняка помнит Уголовный кодекс. За убийство, совершенное в состоянии аффекта, это статья 107, максимальный срок 3 года. Откуда у него колотое резаное образовалось? Этого я не знаю, у меня пробелы в памяти. За умышленное убийство по 105 статье, которую ей и вменили, дают до 15 лет.